И снова здравствуйте. Сегодня я вам покажу покупочки свои за, наверное, за последний месяц, что ли так, если это можно назвать. Но в первую очередь это покажу, так как у меня тут сидит уже кое-кто сбоку и нужно ей забрать. Вот это зубная паста, ванильные облака. Лунтиком очень нравится ей. Вот вторую уже вторую пасту берем. Еще взяли, так как теперь зима, вот детский крем. Вот этот идет согревающий, правда, я им попробовала намазать и запекло. Не знаю, попробуем еще уже, когда идти нужно будет на улицу, но если в домашних условиях, то оно то здесь вот написано с барсучьим и медвежьим жиром. Все, надержи, все свободно. И еще хотелось очень поделиться мне с вами, вот тут уже она у меня потрепала, носит с собой везде. Такую помаду взяла, я себе взяла, но она вот тоже выпросила младшая дочка себе такую же помадку. Она Барсукор, в принципе, она где-то стоит, обычная вот стоит где-то рублей 20-30, она 66 рублей стоит. Ну вот обычная, вот во всех аптеках, в принципе, продаются, на любом углу, можно сказать. Но это вот Барсукор, она идет, запах у нее очень-очень приятный, как жвачки. Вот раньше мы кушали жвачку, кушали, ну, в общем, жевали. И вот именно вот какая-то, или тут у меня знакомая говорит, на бубль-гум еще похоже. Она сюда входит барсучий жир. Еще я по ощущениям, вот она намазывается, она не жирная, она как-то так сразу губы приобретают такой нежный, приятный, как бы, не знаю я, ну вот ощущение такое, что ли. И решила посмотреть, как-то в прошлом году я покупала, и помада тоже вот гигиеническая, ну взрослая обычно, но она мне тоже очень понравилась, но она содержала воск. А где-то я вот в интернете слышала, что нежелательно, чтобы помады содержали воск. Но вот, а это получается тоже, вот я неделю ей пропользовалась, а потом, ну как говорю, вот, что-то мне не дает покоя. Посмотрю-ка я, что входит в состав. И здесь получается, что вот состав идет вазелин, вазелиновое масло, парафин, карнаубский парафин, карнаубский воск. Вот карнаубский воск, как бы вот входит все-таки. Касторовое масло, пчелиный воск, барсучий жир. И здесь еще какие-то добавки и композиция цитраль. В общем, все-таки вот два вида жира, даже барсучий жир и два вида воска входят в эту помаду, но губы, конечно, приобретают сразу мягкий такой вид, что ли, вот они сразу смотрятся какими-то как ухоженными, даже если они были обветренными, то после его использования моментально вот на вид и так вот на ощущение. Чего, конечно, я не скажу вот о такой помаде, которую мы купили в Магнит Косметике. Тоже мне она на вид понравилась, но решила купить, попробовать, так как постоянно обветриваются губы. Очень мне не нравится. Не советую, так скажем. Держи. Следующее, что, ну это давайте вот для дочери, для старшей купили мы сухой шампунь. До этого она использовала какой-то другой, фирму мне не подсказывает какую, не помнит, поэтому не подскажем, что было до этого. Но сейчас вот
такой отсьюз, запах не очень нравится. Ну, я не знаю, как его назвать. Какой-то запах водород. Нет, не водорода, что ли. Что-то он мне напоминает. Не могу вспомнить. Какой-то такой... Не пойму запах. Водород, если вот такой запах, какой-то он как водянистый, что ли, какой-то непонятный. До этого Гарниер Фруктис у нее был сухой шампунь. Говорит, что гораздо лучше он. Следующее, вот купили мы краску, но это для дочери. Вот только купили одну, следом другую. И нужно краситься нам. Одной покрасились, это пока еще у нас будет про запас. Так, это обычная, вот та была другой какой-то. Это. Следующий, это уже вот я постоянно покупаю себе в дополнение, допустим, к своему вот лотос и бамбук, который я использую. И мне вот еще нравится вот этот, он такой спокойный. Наверное, только ДАФ мне, у меня, так скажем, не вызывает раздражения чисто моего такого, что вот на дезодорант, что вот даже если кто-то брызнулся из домашних, так скажем, не вызывает у меня раздражения, что запах приятный, такой уравновешенный и не терпкий, не сладкий, а нейтральный. Что ли, вот так скажем. Очень мне нравится. Бывает, я его использую. Следующая наша покупочка, это вот такая жидкость для снятия лака. Очень необычная. Называется «Я сама». Здесь вот сюда вот... я самая, да, подсказывают, у меня здесь стоят, я никогда не бывает такое, чтобы я снимала видео, и я одна была, это пока только в школе, в институте, девчата у меня в обычное время стоят вот здесь вот и подглядывают. Ладно, не будем показывать их. Вот, сюда ложится ватка, нажимается, и... Так она смачивается. Очень интересно. Вот понравился нам дизайн бутылочки. И так как закончилась жидкость, дочь у меня пользуется, старшая, купили. И вот еще она для себя купила бальзам 100 рецептов красоты. Тоже очень нравится ей запах. Здесь 7 активных масел. Ну, неважно, там написано после 30, но она гораздо моложе, но ей нравится. Но кефир и миндаль тоже использует в перемешку, наверное, не знаю, как она их, я их не касаюсь. Я только витамины свои пью, биодобавки. Домашнее ламинирование даже еще есть. И что мне нравится очень, это вот старшая купила себе, выпросила, так скажем, а мне нравится, но я уж не пробую его. Это дезодорант Neo. Вот он очень интересно так вот выдавливается и мажется. Очень мне нравится, что как бы не излишки и не брызгает. Так как брызги тоже нежелательно нашим организмам сейчас, чтобы не вызывали там как бы, ну что-то там, об этом не будем. Следующее. Безумно нравится мне вот это вот масло. Масло от Эльсеф. Да, всем нравится. Но мне очень оно нравится. Экстраординарное. Запах у него
волшебный, такой приятный, ну, спокойный, какой-то так, даже не знаю, как назвать. В общем, очень приятный в использовании, когда наношу его, вот в магазине попробовала на руку нанести, у него действие такое сразу, как вот кожа становится как шелковистая, прямо вот проводишь по ней, как шелк, такое ощущение, что шелковистая вот она. И я его, конечно, втайне скажу, я его использую для лица и для рук, мне очень нравится. Ну и, конечно, дочке младшей тоже используем на волосы. Довольна очень. Также приобрела себе вот такую щетку зубную, так как одну взяла черную с углем, что ли, она как-то там называется, но та слишком мягкая. Вот взяла себе средней жесткости. Сегодня я приобрела, вот ходила в магазин, чистую линию. Там была вот сок алоэ. Это идет интенсивное увлажнение. И с ромашкой мне не очень понравилось. У мамы у меня с ромашкой. Какой-то запах, что ли, так скажем, какой-то не мой. А вот этот вот, так как сейчас вот Магнит Косметик уже, мне кажется, наверное, так приучил нас, что мы можем попробовать почти что на зуб косметику. И зашла, вот стояло их три крема. Один был календула. Вот я остановилась на календуле. И вот интенсивное увлажнение. Тоже достала, тихонечко так мазнула. И так как сразу уже ощущаю, как у меня реагирует кожа, то вот взяла вот такое кожа, потому что у меня постоянно нуждается в увлажнении. Раньше я не пользовала, но сейчас нужно использовать какие-то крема будет. Ну, календула, кстати, тоже понравилась мне. Ну, может быть, если этот вот использую быстро, то возьму календулу. И еще вот такая вот BB-крем. 10 в одном. Заменяет сразу несколько продуктов. То есть основу под макияж, дневной крем, тональный крем, консилер и также является как солнцезащитное средство. Такие наши приобретения, покупочки за последнее время. Спасибо за внимание. До новой встречи!